Зачем нужны предметы силы? Ну, перед тем, как ответить на этот вопрос, предлагаю разобрать, что такое предмет силы. Если говорить в метафоре или очень просто, предмет силы – это определенный переносной аккумулятор, от которого мы с вами, например, можем подзаряжаться, который имеет свою собственную энергию. Но кроме этого, еще имеет определенные свои внутренние программы, то есть определенные свои функции. И эти функции мы можем так или иначе включать и использовать. Что важно, какой ключевой момент, какой ключевой элемент важен в предмете силы? Предмет силы работает на собственной энергии, и нам не нужно в своем сознании, в своей энергетике держать ту программу, которая заложена в этот предмет силы. Следовательно, к примеру, если мы создаем предмет силы, который воздействует на какую-то ситуацию, мы с вами уже можем не воздействовать на эту ситуацию. Сам предмет силы, исходя из того накопленного в нем потенциала энергии, будет воздействовать постоянно на эту ситуацию. Либо в предмете силы есть функция нас усиливать нашу энергетику. И пока этот аккумулятор, в моей метафоре, да, предмет силы, будет наполнен энергией, мы тоже эту энергию не будем терять, постоянно будем подпитываться от предмета силы. Третий вариант: предмет силы может нас излечивать, может нас усиливать или укреплять там, нашу энергетику, наше сознание, усиливать действия в тех или иных сценариях. Собственно говоря, поэтому предметы силы на определенном уровне я бы рекомендовал использовать. Ну и в то же время помнить о том, что предмет силы – это дополнительный инструмент, который может быть подспорьем для нас. Так же, как у вас есть телефон, и вы его каждый день заряжаете от шнура, штекера и розетки. Не надо постоянно полагаться на переносной аккумулятор, который у вас есть. То есть предмет силы – это вот этот аккумулятор. Надо иногда включать нас в розетку и подзаряжаться от нее. Также и здесь. Лучше всего научиться эти предметы силы создавать, использовать, иметь под рукой, но и всегда иметь возможность обойтись без них, воздействовать самостоятельно. Причем, что важно, мы всегда будем вариативнее, разнообразнее воздействовать, чем предмет силы, так как он узконаправлен, а наше сознание, наша энергетика может работать сразу с различными потоками энергии. Ну, а в целом предметы силы, конечно, очень мощные вещи, очень крутые инструменты, такое крутое подспорье для любого магического воздействия.